Болгарский противотанковый легион СС. Долгие годы советские историки обходили вопрос участия болгар в Великой Отечественной войне на стороне Гитлеровской Германии. И особенно об участии в боях против Красной армии в составе первой болгарской противотанковой бригады войск СС. Попробуем немного приоткрыть завесу этой тайны. Болгарская противотанковая бригада войск СС. Первая болгарская. Болгарская противотанковая бригада войск СС. Известная как противотанковый легион. Воинская часть войск СС состоявшая из болгарских добровольцев-коллаборационистов и воевавшая против частей Красной Армии. Формирование. Вопрос о создании болгарского добровольческого легиона в составе войск СС для участия в крестовом походе против большевизма был впервые озвучен Гиммлером в декабре 1942 года, однако царь Борис III ответил отказом, поскольку формирование болгарской воинской части в составе немецкой армии могло ослабить болгарские вооруженные силы. После того, как 9 сентября 1944 года Болгария перешла на сторону войск антигитлеровской коалиции, а при поддержке Отечественного фронта войска Болгарии начали вести боевые действия против немцев, военно-политическое руководство Третьего рейха приняло решение об использовании оставшихся в распоряжении болгар. Первым шагом стало создание обвером диверсионно-террористической группы из шести болгар, которая была переброшена в Болгарию с задачей действовать за линией фронта группа была уничтожена в Перинском крае. В дальнейшем, было принято решение о создании из болгар вооруженного подразделения. Гиммлер отдал приказ о формировании болгарского гренадерского полка, который должен был стать основой для создания первой болгарской гренадерской дивизии СС. Первоначально, Гиммлер установил жесткие критерии для набора в болгарский полк СС, кандидатами должны были быть только те болгары, которые сумели после переворота в Болгарии бежать в Югославию или перебежали к немцам из болгарских армий, прибывших на советско-германский фронт. Созданная 16 сентября 1944 года в Вене Национальное правительство Болгарии в изгнании объявило о создании Болгарского освободительного корпуса под командованием полковника Ивана Рагазарова и призвало всех болгар в возрасте от 17 до 55 лет, проживающих в Германии, Италии, Словакии, Венгрии и Хорватии, записываться добровольцами. В октябре 1944 года началась запись кандидатов на службу в войсках СС из числа болгарских граждан. Помимо группы болгарских офицеров, находившихся в командировке в Германии, изъявивших желание перейти на немецкую военную службу, а также перешедших на сторону немцев-перебежчиков из болгарской армии в Легион начали вербовать проживавших на подконтрольных Германии территориях болгарских эмигрантов. Создание болгарской воинской части, в дальнейшем получившей наименование 1-й болгарский гренадерский полк СССР, проходила в учебном лагере СС Трупенбунгсплятце Долерхайм в городе Долерсхейм, расположенном недалеко от австрийского Линца. К началу января 1945 года в лагерь прибыли 25 офицеров, 56 сержантов и около 500 солдат болгарской армии. В дальнейшем создаваемую часть пополнили за счет обучавшихся в немецких учебных заведениях болгарских студентов. Всего часть пополнили 150 студентов обучавшимися в университетах Рейха, активисты националистической организации «Браник». Из них 12 девушек, студенток медицинских университетов Вены. Последних кандидатов немцы вербовали среди болгарских военнопленных. В итоге Гиммлер набрал чуть больше 700 человек. Большинство солдат уже имели опыт в боях с югославами, а некоторые даже прошли военную подготовку, поэтому обучение прошло быстро. В итоге Гиммлер разрешил создать противотанковую бригаду СС. Болгарский личный состав называл себя противотанковым легионом в честь отрядов болгарских революционеров, которые вели борьбу против турецкого ИГА в 1860-е годы. Списков личного состава части не сохранилось, но численность служивших в легионе болгар оценивается от 500-600 до 800 человек. При этом часть кандидатов дезертировали, не дожидаясь окончания обучения и отправки на фронт. Звание. Болгарская бригада являлась составной частью войск СС, но на территории ее лагеря действовала странная смесь кодекса чести СС и уставов царской армии Болгарии. Аналогично обстояли дела и с воинскими званиями, во всех иностранных документах военнослужащие бригады фигурировали под эсэсовскими званиями, в то время как по документам своей части они продолжали носить болгарские чины. Структуры и командование. Организационно болгарская часть СС состояла из двух малочисленных пехотных батальонов, усиленных противотанковыми средствами, противотанкового артиллерийского дивизиона и команд боевого обеспечения, связи медицинской, саперно-заградительной и штабной. Командиром полка и бригады по совместительству являлся полковник Иван Рогазаров, бывший министр труда Болгарии и начальник вспомогательных трудовых войск страны, дважды кавалер ордена за храбрость. Первым батальоном командовал подполковник Георгий Малков бывший начальник штаба 2 пехотной дивизии болгарской армии и участник обороны Великотырного от советских войск. Вторым батальоном руководил капитан Цветан Багоров. Противотанковым батальоном руководил капитан Лебибов, а медицинская команда подчинялась майору запаса, доктору Луке Белярскому. Начальником штаба бригады был немец с болгарскими корнями по матери Пауль Бриллинг, штурмбанфюрер СС и член НСДАП с 1939 года. В рядах легионеров, по некоторым неподтвержденным и недоказанным сведениям, служили даже офицеры и унтер-офицеры СС, обучавшие болгар в лагере. Техника и вооружение. На вооружении бригады находилось стрелковое оружие, винтовочные гранатометы, несколько 50 миллиметровых минометов Гранатверфер 36, а также противотанковые гранатометы Панцерфауст и Панциршрек, различные противотанковые ружья, гранаты и мины. На вооружении артиллерийского дивизиона было 16 75-мм противотанковых орудий, вместо положенных по штату 24, и две 88-мм зенитных пушки «Флаг-36», которые применялись еще и как противотанковые орудия. Студенты были вооружены еще и форменными ножами, и кинжалами, штыками, а офицеры даже носили сабли. В распоряжении бригады был автотранспорт, грузовики «Опель Блиц» и «Фиат», несколько легковых автомобилей «Опель Капитан» и мотоциклов а также один самолет физелер 156 Шторх, который пилотировал под подпоручик авиации Петр Бачев. Его передал бригаде Герман Геринг. Символика. Болгарская бригада не имела собственного штандарта и, следовательно, не воевала под флагом Третьего Рейха, красным знаменем с белым кругом и черной свастикой. Однако знамя болгар все-таки существовало, это был национальный болгарский флаг, на котором был изображен вышитый серебром герб Болгарии, а чуть ниже был написан девиз «Свобода или смерть». Знамя изготовила Стелла Рагазарова, жена командира бригады, а православный священник в Граце осветил его. Знамя всегда выносилось в присутствии немецкого командования, которое ни разу не возражало против его использования. Форма одежды не отличалась от эсэсовской формы, разве что на правой петлице был изображен серебряный болгарский лев вместо букв СС, созданных из рунзик. На предплечье левого рукава была щитообразная нашивка национальных цветов. Однако в болгарах были сильны националистические настроения, и это стало приводить к тому, что солдаты нагло сдирали кокарды с изображением мертвой головы и срывали эсэсовские погоны, прикрепляя собственные болгарские погоны и кокарды с болгарскими львами. Многие носили болгарские пилотки и фуражки, а знаменосец бригады под офицей Радойнов и вовсе носил полную болгарскую форму. С весны 1945 года в бригаду стали поступать камуфлированные блузы и плащ-палатки, которые достались не всем. Каски были исключительно немецкими, лишь у некоторых солдат были пряжки со львами. Дисциплина поведения в отношении мирного населения. С дисциплиной дела были очень плохи, бригада печально прославилась своим скандальным поведением в Долерсхеме. Болгары то и дело устраивали драки и побоище в Долерсхейме, разбивая окна в домах и очень часто устраивая пьяные драки. Остановить распространявшееся пьянство в болгарской бригаде так и не удалось до конца войны. Жертвами драк становились как мирные жители, так и солдаты. В начале марта 1945 года в кафе был расстрелян на глазах у мирных жителей солдат фолькштурма, а еще один чуть не умер от ножевого ранения. Полковник Рагазаров умудрился скрыть виновных, однако после этого инцидента солдатам было запрещено носить личные пистолеты и ножи. Несмотря на такие драки, несколько из болгарских легионеров создали семьи, женившись на австрийках. Дисциплина отношения к немцам в бригаде были очень сильны антинемецкие настроения поскольку легионеры считали нацистов такими же оккупантами и захватчиками, как и советских солдат. Солдаты ждали поражения Германии и тайно оказывали помощь Красной Армии. Однако студенты из националистической организации «Браник» были ярыми немецкими сторонниками и поддерживали дисциплину в легионе. Наиболее надежным подразделением была первая рота Стефана Замфирова, бывшего офицера болгарской жандармерии. Он имел личные счеты с большевиками, его жена была убита коммунистическими партизанами. Замфиров ввел железную дисциплину и круговую поруку в своей роте, которая и подавляла любые антигерманские выступления. В апреле 1945 года формирование прекратилось, советские войска продвигались к Берлину, и вермахту срочно нужна была помощь. В бой была брошена болгарская бригада, которая вошла в состав 2-го танкового корпуса СС, защищавшего Вену на рубеже реки Марава. 4 апреля бригада получила приказ отправляться на фронт и начала готовиться ко встрече с 46-й советской армией 3-го украинского фронта, который участвовал в боях за Болгарию. Однако в последнюю минуту Рагазаров узнал, что кандидат-офицер Мичи Златков готовит заговор и собирается уничтожить штаб бригады, а затем перейти на сторону советских солдат. Полковник немедленно начал операцию по поиску предателя и вскоре застрелил его, а всех его сподвижников арестовали. Немцы, узнавшие о стрельбе, немедленно отправили отряд полевой жандармерии и группу Фолькштурма. Войска потребовали от болгар сдать оружие на время проведения расследования, но в ответ на это болгары начали стрелять. Один легионер был убит, и полковник Рагазаров с трудом уговорил: болгар не стрелять. 28 человек было арестовано, 8 из них было расстреляно жандармами по приговору суда. Оправдать а удалось только шестерых, Рогазаров и Бриллинг потратили месяц, чтобы скрыть эти обстоятельства от Верховного командования, однако уже было поздно Вена и Берлин пали, а немцы удерживали только Прагу. В итоге болгары все же бросились в бой. Битва за Штокерауа. 5 мая 1945 года командир 2-го танкового корпуса СС отдал приказ бригаде выдвинуться из Далерсхейма и занять оборону на северо-востоке города Штокерауа, где было самое танкоопасное направление обороны. За ночь с 5 на 6 мая бригада успела прибыть в боевые порядки дивизии СС, номер которой не удалось установить. Она получила свой рубеж обороны, где не были построены противотанковые укрепления. Полковник Рагазаров стал готовить солдат к уличным боям, а сам призвал мирное население скорее убегать из города, для этого он выделил автотранспорт бригады, который сопровождала рота 2-го батальона и медицинская команда. Как оказалось, несколько человек сбежали из бригады, но в целом легионеры готовились к бою. Ветеран бригады Стоян Попьянков после войны говорил, что хотя Германия уже проиграла войну, но он должен был показать советским и немецким солдатам силу своего отряда. Перед битвой легионеры стали чаще писать на стенах домов одну и ту же фразу «Боже, пози, Болгария, Болг! Боже, храни Болгарию для укрепления своего боевого духа!» Утром 6 мая летчик Петр Бачев доложил, что на поступах к городу собрались советские войска, танки с пехотинцами на броне и многочисленные гаубицы. Спустя несколько часов он снова вылетел и не вернулся. По заверению некоторых людей, он был сбит и погиб в битве. В 9 часов утра начались первые выстрелы. Болгары столкнулись с частями той самой 46-й армии, которая первой вошла в Болгарию. Именно против нее они начали вести самые агрессивные бои, и это упорство а также стойкость немецких эсэсовцев не позволила советским частям продвинуться в штоке Рауа. В 6 часов вечера стрельба прекратилась, болгары уничтожили 14 танков и две самоходки, а всего 46-я армия потеряла 29 бронемашин. По сообщению «Болгар», более 100 советских солдат погибли от рук болгарских легионеров, 30 попало в плен. Рогозаров разместил пленных в подвале торгового склада, отнял у них одежду и запер их там. Также, по сообщению «Болгар», Болгары умудрились из реактивного противотанкового оружия Афенр сбить штурмовик ИЛ-2, который по неосторожности снизился. Потери болгар составили 98 человек убитыми и 46 пропавшими без вести. Раненых удалось эвакуировать в германские госпитали, однако после их захвата русскими частями семь человек были казнены по обвинению в государственной измене в Софии 29 сентября 1945 года. Среди них был и Георгий Малков. Ночью болгарская бригада начала отступление на запад. Рогазаров приказал казнить пленных, однако поручик Хаджилалчев отказался это делать, за что был разжалован в рядовые, но не отстранен от командования своей ротой оставшиеся в штуке Рао подразделения СС должны были удерживать его еще в течение суток, что они и сделали, продержавшись в городке до исхода 7 мая, в то время как на болгарскую бригаду командованием 2-го танкового корпуса СС была возложена задача занятия подготовить к обороне город Хорн, ключевой пункт следующего оборонительного рубежа корпуса. В последние дни войны передовой подвижный отряд 47-й дивизии РКК, дивизион самоходных артиллерийских орудий две роты автоматчиков и саперное подразделение которым командовали майор и аэропорт и майор М. гордиенко получивший задание выйти на линию соединения с американскими войсками переправился через реку и в районе кюмельсбаха где военнослужащие отряда захватили три исправных танка тигр брошенных немецкими экипажами поставив трофейные тигры в авангард колонны отряд продолжил движение к городу Амштетен, при этом благодаря наличию немецких танков отряду удалось какое-то время идти рядом с отступавшими частями противника, нагоняя и перегоняя их. Обогнав подразделение отступавшей венгерской дивизии, отряд Рапопорта догнал еще одну группу отступавших по дороге военнослужащих противника, которая состояла из румын и болгарских эсэсовцев, стремившихся сдаться американской армии. Разглядев на бортах самоходок десант из советских автоматчиков, Румыны и болгары бросили оружие на дорогу и разбежались в стороны. Бомбардировка при Церздорфе и исчезновение второго батальона. До Хорна было 60 километров, и Рагазаров ожидал, что его войска прибудут в Хорн к утру. Однако по шоссе двигались многочисленные отступающие немецкие войска, что затруднило движение. Утром бригада оказалась в Цейрсдорфе, где на мосту образовалась пробка. В этот момент в небе показались советские самолеты П-2, которые сбросили бомбы и начали стрельбу из пушек и пулеметов. Мост был разрушен, в этой бомбежке погибла большая часть немцев и несколько болгарских легионеров, в итоге половину артиллерии пришлось бросить. Но еще большей утратой был второй батальон, который исчез в полном составе. Пропал и его командир, капитан Богоров, который бросился на его поиски. Отстало немало немцев и из других подразделений. Как оказалось, большая часть второго батальона в страхе разбежалась, а строй сохранила только рота поручика Хаджилакова. В составе 17-го корпуса фолькштурма его солдаты скрылись в горах Западной Австрии, где до 12 мая вели бои. Когда две трети личного состава уже были уничтожены, некоторые все-таки разбежались. Хаджилаков принял решение распустить свою роту и по поддельным документам пробраться в Бургас. Выжившие солдаты перешли в зону американской оккупации, а кто-то осел в Австрии бои в Хорне. К 12 часам 7 мая остатки бригады, в которой было всего 300 человек, прибыли в Хорм. А вот второй танковый корпус СС так и не добрался до города, ибо был оттеснен на юг. Защищать рубеж принялись войска 43-го корпуса под командованием генерала Карла Людё. Полковник Рагазаров и штурмбанфюрер СС Бриллинг были приняты генералом и получили заверение, что немцы будут защищать город до последнего солдата, а болгары вольются в его оборону. Болгарам доверили защищать замок Вайсгартен, который принадлежал князьям из рода Батенбергов, рода первого болгарского князя Александра I. Перед боем полковник обратился к солдатам с речью, призывая их защищать город до конца и постоять за честь болгарской армии и болгарского народа. Бойцы исполнили песню «Откол зараза зарила», а девушки-легионеры возложили на ступени замка букеты цветов. Стоян Попьянков после войны писал, что болгары готовы были вступить в бой сразу же после речи полковника. По окончании церемонии были арестованы и расстреляны под поручик Ангеличков и один под офицер, которые пытались сдаться в плен красноармейцам. Но вечером 7 мая Людю не выдержал и тайно вступил в радиопереговоры с командованием 46-й армии РКК, заключив тайное соглашение о капитуляции утром 8 мая. Занятие города затянулось на день благодаря вступившим в бой немецким частям. Советское командование обещало свободный проход болгарам в зону ответственности американской армии, если те разоружат эсэсовцев и выдадут их Красной армии. Над болгарской бригадой нависла реальная угроза пленения своими же союзниками. Но кто-то из офицеров штаба генерала Люди около полуночи сообщил обо всем полковнику Рогозарову. Тот немедленно поднял бригаду по тревоге, и при поддержке нескольких десятков находившихся в городе гестаповцев попытался захватить штаб генерала и изолировать расположение верных ему солдат Вермахта. Вскоре в городе начался бой, который затянулся до трех часов утра следующего дня. Болгары не смогли захватить город, у них было убито 20 человек. Запаниковавшие легионеры побежали на северо-запад, бросив всю артиллерию и весь автотранспорт. На рассвете они скрылись в лесу, где полковник Рагазаров дал им привал. Новости о грядущей капитуляции повергли солдат в отчаяние, и Пауль Бриллинг, не желая сдаваться в плен, покончил с собой. Еще три человека умерли от ранений, и их вместе с Бриллингом похоронили в братской могиле. Еще несколько человек поспешило на восток сдаваться в плен русским войскам. Командир бригады не позволил ротмистру Замфирову стрелять в них и приказал немедленно свернуть привал. Уцелевшие офицеры направились в зону ответственности американских войск, где могли рассчитывать на лучшие условия капитуляции, чем перед Красной Армией. Прорыв на запад. Ослабленная бригада направилась к Гмюнду. Пару часов спустя они заметили самолет по два из ночного бомбардировочного полка 5-й советской воздушной армии. Командир арт-дивизиона капитан Лебибов сбил самолет из пулемета МГ-34 самолет и захватил его экипаж двух молодых летчиц. Однако болгары отпустили девушек, перевязав им раны и оставив на попечение священника деревни Будвасер. Там девушки дожидались прибытия советских войск. В той же деревне легионеры взяли несколько повозок и лошадей, обменяв их у жителей на свои грузовики, у которых кончилась горючая. Сложив на телеге раненых, которые не могли передвигаться самостоятельно, бригада продолжала свой марш на запад. Ночь с 8 на 9 мая застала ее южнее города Цеветы, где она оказалась совместно с бежавшими немцами. Утром советская артиллерия начала обстреливать колонну. Пошли слухи, что красноармейцы перекрыли путь на запад. Легионеры и немцы заняли круговую оборону, но в течение часа стреляли только по двум легким танкам. Вскоре болгары отправили в разведку три патруля под командой ротмистра Замфирова, поручика ЦРВ Ничи и фельдфебеля Ковачева. Вернувшись, те доложили, что по шоссе на Гмюнт в направлении чехословацкой границы движется советская бронетехника и пехота на грузовиках. Болгары оказались в тылу у противника, и пробиваться на запад уже стало проблематично, а сдаваться в плен болгары не желали, советские войска отправляли без вопросов в лагере всех членов национальных формирований СС. Однако полковник Рагазаров нашел выход из этой ситуации. Он приказал трем десяткам наиболее светловолосых легионеров переодеться в форму, снятую с захваченных в штоке пленных, и вооружиться трофейными автоматами ППШ остальные, спрятав под одеждой ручное оружие, должны были изображать пленных. Построившись в колонну, окруженную переодетыми пленными, бригада двинулась на запад, имея в замке подводы с ранеными и спрятанным на дне стрелковым оружием. Впереди шел Рогозаров, который свободно владел русским языком. Он был облачен в форму советского капитана. В течение дня несколько механизированных колонн советских войск обогнали бригаду, но все считали, что автоматчики куда-то ведут пленных фрицев. Вечером в нескольких километрах от Чехословацкой границы путь болгарам преградил небольшой отряд советских мотоциклистов-разведчиков. То ли направление движения колонны показалось подозрительным, то ли переодетых легионеров выдали их немецкие сапоги, но мотоциклисты направили на болгар свои автоматы, а командовавший ими офицер подошел к Рагазарову и потребовал предъявить документы на сопровождение пленных. Полковник выхватил пистолет и убил офицера, но сам был сражен на смерть автоматным огнем легионеры с трудом перебили сопротивлявшихся и захватили 20 человек в плен. Капитуляция. Ивана Рогозарова солдаты похоронили с высшими почестями и поспешили дальше. В ночь на 10 мая в районе чески Веленицея им удалось пересечь границу. Авангардный патруль под командой ротмистра Замфирова, выдвигавшийся на трофейных советских мотоциклах, столкнулся с чешскими партизанами. Нескольких удалось захватить в плен, но Замфиров ограничился только их поркой, после чего отпустил. Выйдя на окраину населенного пункта торгуя свини Замфиров нашел разведчиков 3-й американской армии. В половине 11 утра он подписал капитуляцию в штабе американского танкового полка, после чего вместе с американским капитаном он выехал в расположение бригады и объявил своим товарищам условия капитуляции. Построившись в последний раз, 250 последних легионеров торжественно простились со своим боевым знаменем, после чего знаменосец под официей Радойнов вжег его. Спустя несколько часов болгары прибыли в нужный район, сложили оружие и подняли белый флаг. Они также передали всех советских пленных и вскоре были переправлены в тыл третьей американской армии. Так закончился короткий, но тяжелый боевой путь болгарской противотанковой бригады СС. Судьба легионеров. После кратковременного пребывания в нескольких лагерях военнопленных на территории Чехословакии болгары направились в Австрию, в лагерь Батыш, где им предстояло находиться до самого освобождения. Условия содержания в лагере были ужасными, но выносливые болгары перенесли их. Офицеры и солдаты были строго разделены, за общение между ними полагалось строгое наказание, но командиры сумели поддержать связь со своими подчиненными. Нескольких освободили через полгода, остальным пришлось ждать еще год своего освобождения. Вскоре легионеры были завербованы ЦРУ для разведопера ЦИ на территории коммунистической Болгарии. Один из них, ротмистр Замфиров, дважды десантировался в Болгарии в 1946 году, а в январе 1947 года разбился во время своего третьего десантирования. После окончания войны легионеры начали возвращаться в Болгарию, всего до конца октября 1945 года в Болгарию вернулись 428 человек. Их арестовали, но никто из них не был казнен. Командир роты 2-го батальона поручик Хаджилаков арестованный в Бургасе с поддельными документами, был приговорен к двум годам тюремного заключения благодаря помощи старшего брата коммуниста и тому, что на суде узнали о его отказе расстреливать советских солдат. Несколько человек отбывали заключение в советских лагерях. Нашлись и те, кто вернулся к мирной жизни. Из оставшихся в эмиграции большинство вернулось на родину после объявления в Болгарии в 1954 году спустя год после смерти Сталина амнистии участникам антисоветской борьбы и политическим заключенным. Тогда же были освобождены и легионеры, отбывавшие в тюрьмах длительные сроки. Почти каждый год несколько бывших легионеров собиралось в ресторанчике, который держал в городе Пештера бывший врач бригады Белярский. Документов о болгарской противотанковой бригаде почти нет. О размерах и ее истинном названии, а также возможности ее существования как такового до сих пор ведутся споры. Единственными официальными материалами по этому вопросу являются протоколы процесса легионеров, которые пытались организовать мятеж перед отправкой на фронт, однако почти все специалисты считают их фальшивкой. Единственным источником сведений по данному вопросу являются на данный момент лишь воспоминания ветеранов бригады.